За 90-летнюю историю образование в Монголии выросло до мирового уровня. Теперь все его ступени – дошкольное, общеобразовательное, специальное, высшее, профессорско-преподавательское – можно получить у себя на родине. Как и во все времена, наивысшим почетом и уважением пользуется благородная профессия учителя. Именно поэтому министр образования страны поддержал идею открытия памятника, посвященного поэме «Учитель». Авторы скульптуры в каменном изваянии запечатлели двух детей, читающих одну из страниц поэмы. Прошло 90 лет со дня открытия в 1921 году первого образовательного учреждения. Школы Монголии начинались с двух преподавателей и 56 учеников. Приятно отметить, что сегодня в стране работает уже 1766 учреждений. В них преподают более 40 тысяч учителей. Обучается 850 тысяч учеников и студентов. Хотелось бы отдельно отметить большую роль учителей, благодаря которым страна избавилась от тотальной безграмотности, а затем началось поколение грамотных образованных специалистов. Когда мы принимали решение открыть памятник, основанный по мотивам поэмы «Сурунжава учитель», мы знали, он будет посвящен всем учителям, всем преподавателям, отдавшим свою жизнь этой профессии. Скульптура, посвященная учителям Монголии, изготовлена из серого гранита. Ее вес 28 тонн. Из стойбища простого ората на мировую арену поднявшие, из степей, где колышется житняк, к девяти планетам поднявшие, вы мой учитель. Пожалуй, нет человека, который не был бы знаком с этими строчками из знаменитой поэмы. Памятник учителю увековечит славу всех народных просветителей, стоявших у истоков образования монгольского народа. Поэма была написана 25 лет назад. Я согласен с высказыванием одного из наших поэтов о том, что поэма стала визитной карточкой, гимном уважения учителю Монголии. Я горжусь, что мое произведение стало вдохновлением скульпторам при создании памятника. Сегодня в Монголии работают 864 детских сада, 760 средних школ, 71 профессионально-техническое училище, 102 вуза. Общее число студентов и учащихся 900 тысяч, а учителей и преподавателей более 40 тысяч. Для меня и для всех поколений учителей сегодня большая радость открытия памятника. Особенно я рад тому, что в основу памятника легла поэма моего друга, соратника, коллеги Сурунжава. Я помню время, когда создавалась его поэма. Мы были тогда вместе в пансионате Союза писателей Монголии. У каждого человека, будь он профессором, врачом, инженером, писателем, полицейским, есть свой первый учитель. Человек, который научил его азам грамотности и открыл перед ним дорогу к знаниям. Имя этого первого учителя навсегда в памяти каждого благодарного ученика. Дэнсмаат Ганбат, Аист, Монголия.